В эпоху своего расцвета город был настоящим чудом. Ничто в Империи не могло сравниться с его постройками. Западная церковь прислала гонцов, самопровозглашенных божьих воинов, рыцарей Ордена Троицы. Солдатский флаг для подвешивания к копью. Должно быть, принадлежал воину пророка. Орден Троицы дважды отправлял великих людей на поиски следов пророка. И... Некоторые слова вымараны, но кажется, это какой-то маршрут.
сера. Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Стандарт армии пророка. Знаменосец крепил его над флагом.
После смерти Императора пророк впал в немилость, и нам пришлось уходить под покровом ночи.